Лиричные песни, трогательные слова, романтическая атмосфера. Именно так душевно и тепло прошел концерт в ДК «Родина», приуроченный ко дню семьи, любви и верности. Заслуженные артисты страны подарили химчанам настоящее творческое шоу. Хедлайнер вечера – Любовь Полознова, золотой голос России, педагог, участница вокальных проектов. Музыкальный презент подготовила заслуженный артист России Алексей Огурцов, который регулярно организует концерты для военнослужащих в зоне СВО. Вместе с Константином Бубновым и Михаилом Пятнышевым они исполнили для химчан несколько композиций. В зрительном зале семьи мобилизованных, волонтеры, представители депутатского корпуса. Для каждого из них день семьи, любви и верности имеет свое особое значение. Я вижу, что в зале очень много семейных пар, очень много пары старшего поколения, бабушки, дедушки даже пришли. И это не может не радовать. Как говорит в одном из постулатов наш губернатор, что особое внимание надо уделять культуре среди общества. И вот сегодняшний концерт этому доказательство. Концертную программу продолжила церемония награждения. За вклад в развитие культуры артисты получили благодарственные письма, а зрители – душевное удовольствие. У кого есть мечта, поднимите руки, пожалуйста. Организаторы концерта обещали исполнение желаний. С амбициозным вызовом артисты справились. Мечты зрителей о добрых эмоциях и приятных впечатлениях точно осуществились.